продолжалась работа. Мы все находились на острие борьбы с COVID-19. Также в 2020 году мы прекратили работу некоторых отделений. Это отделение дневной стационар и физиотерапевтическое наше отделение. Но задействованных там специалистов мы, естественно, привлекали на вновь организованные направления при борьбе с COVID. В начале 2021 года у нас продолжал работать КТ-центр до 17 февраля. Также мы продолжали вакцинацию, центр вакцинации не прекратил свою работу с прекращением работы павильона, переместился в головное здание, на четвертом этаже нашего головного здания, некоторые из вас у нас были, и по сей день продолжает работать центр вакцинации. И уже в 2021 году ревакцинацию мы проводим, и до сих пор продолжают приходить люди, которые вакцинируются первый раз, к сожалению, но все-таки приходят.